Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, у нас закончился турнир, и я забираю свой приз. Ребят, сейчас времени у нас 10 часов вечера. Соответственно, буста сегодня не получится. Но зато мы получаем с тобой сюрики, 50 ДНК на кроликов. Так, золотые осколки и платиновые. Так, здесь забираем тоже награду. Секундочку. Да, кролики прокачиваются у нас до 4-й золотой звезды. И это круто, правда, у меня не хватает мутагена. Поэтому, что нам нужно? Ну, естественно, накопить. Давай-ка мы откроем с тобой вот эту вот бесплатную колоду. Так, нам достался крип. Здесь у нас все в откатах, в магазине. Так, давай-ка мы посмотрим. Но здесь мы ничего приобрести не можем. Так, а вот по монеткам, ребята, ну это круто, знаешь почему? Потому что у нас два персонажа сегодня прокачиваются. Ну-ка, блин, и тут 5000 мутагена нужно. То есть десяточку нужно накопить. Ну, точнее 7000, да? Окей. Давай-ка мы кое-что... А, ну тут все больше. Больше, ребята, вопросов у меня никаких нету. Пора, наверное, нам приступать все-таки к бусту. Ну, типа буст вечерний, даже, можно сказать, ближе к ночи. Так, турнирная арена. У нас будет разыгрываться Эйприл О'Нил. Ну, мне она не нужна, потому что она у меня есть. А вот что у нас в испытаниях? Девичья сила и Лига Лео. И Супер Шреддеры. Ребята, у кого нет Супер Шреддеры, у вас эта неделя, так сказать, ключевая. Вам надо будет бомбить, фармить ДНК. Так, а что у нас с Лео? Так, мне нужен вот этот вот, да, по-моему. И космос. Все. Ну, это, ребят, уже потом. А сейчас я пойду, наверное, на арену. А мне нужно, ну, попытаться как можно выше подняться. Ну, это во-первых. А во-вторых, нужен нам мутаген. Причем очень много. Так, ну-ка давай. 11-11 мне подкинут, нет? Не хотят, друзья мои, них. А во. Роберт. Все-таки нашелся, да? Паренек, который сделал нам 11-11. Поэтому давай мы в знак благодарности наваляем ему люлей. Ой. Ладно, ребят, с работы уставший, так что не обращайте на меня внимания. Сейчас могу всякую ересь пороть. Так, давай, наверное, бомбанем. Караечка, родная, давай постепенный урон, пожалуйста. Донни, повись на них. Так, ну Майки отдупился, вот Карайка все-таки выпендриваться стала. Ну что, друзья мои, первый бой на этой неделе у меня, да, и как всегда успешный. Так, ну что, двигаемся дальше. Так, мы уже перешли на воин 2 звезды, 82 позиция. Ну, тут уже сразу чувствуется, ребята, напряженочка. Блин, было. А вот, ребята, Вовка. Вован, здорово. Сейчас мы будем биться с твоими бойцами, которые у тебя 21 уровня. Ну, что они могут сделать против 35-го? Ничего. Просто поклониться в ножки и уйти. Такова их судьба, ребята. Туч на раз. Все равно, несмотря на то, что, ребята, Леонардо имеет 35 уровень, да, удары у него все-таки слабые, особенно массовые. Так, Кейси Джонс молодец. Ага, Донни, оригинал, что тут делает? Кусочек экрана бросил, ну-ка добьешь его. Красава. Пит здесь, конечно, был на высоте. Двоих сразу уничтожил. Первого и последнего противника. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И, как ты видишь, мы с тобой не успели перейти в Лигу Воинов 3 звезды. То есть, я тебе говорю, уже 10 часов вечера. И очень сложно сейчас будет, ребята, вообще нам подниматься и драться на арене. Потому что уже местечки все эти тепленькие заняли. Если бы я бы, как только откат произошел и зашел в игру и стал бы играть, конечно бы мы с тобой бустанули. Но здесь, дай бог, может быть, все-таки мы с тобой сможем пробиться хотя бы в эти. Ну, в мастера явно не попадем. А вот в Сёгуны, наверное, есть все-таки вероятность. Хотя бы даже в одну звездочку было бы уже неплохо. Так, завтра у нас еще рабочий день, да, получается. А потом будет коротенький выходной. Вот на коротком выходном поиграем.
Так, ну что, какая позиция? Воин, 3 звезды, 52-я, отлично, ребят. Так, 11-12, может быть, вы дадите уже мне, вот, 12-13, это Ахмед. Это Ахмед, и я смотрю, у него, ребята, 26-й и 25-й уровень противников. А у меня, у меня 40-й, так что, уж извини, Ахмед. Такова твоя доля. Погнали. Выпускаем призрака Они. Смотрим. Смотри, как крепкий. Ну-ка, из пистолета водяного. Тыч. Готов, парень. Так, Роквелл. Давай, наверное, так вот сделаем. Прекрасно. Ну что, что ты, Донни, делаешь? Ну вот зачем тебе это надо было? Вот объясни мне, пожалуйста. Спи давай. И ты тоже. В плане. Бибопчик, ты что, не мог своего кореша завалить? Обалдеть, он 26 уровня, а мой бибоп 40-го. И не смог добить его, понимаешь? Добить, не то что его уничтожить с целыми хп, а добить. Слабачок. Ну что, перейдем, да, ребята. Элита, одна звездочка, 66-я позиция. Слушай, ну, судя по всему, сейчас после этого боя мы с тобой, наверное, перейдем. О, 12-14. Орда Энсар. Вот как, орда. Какая? Это монгольская орда или какая? Раз, два, три, четыре. Или это такое имя? Орда. Не знаю, ребят. Может быть, просто по приколу написано, да? Никнейм. Давай к черепундели, наверное, бросим. Тудуш. И кролики добивают. Ох, кролики. Сегодня вы получите у меня 4-ю золотую звезду. Это круто на самом деле, ребят. Потому что останется всего лишь один раз накопить нам 100 ДНК, правда. И они будут у нас топчиками. А вот с шинигами все намного сложнее. Так, друзья мои, 97-я позиция. Мы с тобой в элите 2 звезды. Надо поднажать. 12-14, это у нас Керия. Керия. Ну давай, Керия. Проверим тебя на прочность. Кстати, противник, друзья мои, потихоньку-потихоньку начинает набирать обороты. У него уже 27 уровень. Еще боя 2, там уже будет 35. И где-то на 50-60 уровне мы с ним столкнемся лбами, судя по всему. Ну-ка, бросим баллончик. Тыдыч. Великолепно. И добивка. Почему-то здесь Карайка даже не успела сходить. А почему? Ну, понятное дело, уровень маленький, конечно. Но обычно она... Даже с разницей в 20-25 уровней она все равно ходит первая. Так, ну что, сейчас мы с тобой перейдем в лигу элита 3 звезды. По идее, после вот этого боя. Видишь уже 30-й, 33-й и 32-й уровень. Я тебе говорил, а были вот до этого 27-й. То есть враг начинает потихоньку набирать обороты. А знаешь почему? Потому что и мы начинаем с тобой быстро-быстро продвигаться. А ну что, давай посмотрим. Блин, мне у Макмана вот эта вот рука пугает. Ладно, он такой весь, да, как будто, я не знаю, жижа, не жижа, болотная какая-то фигня. И тут такие кости оголенные. Мерзковато смотрится. На-ка, он мне знаешь, кого напоминает? Помнишь такого персонажа? Токсика. Есть такая игра Toxic Crusaders. Ну, я думаю, что многие, наверное, знают или помнят такую игру. И фильм такой даже был. Вот, он мне почему-то вот Токсика напоминает, этот Макман. Так, ребят, ну что, мы с вами в элите 3 звезды и 48-я позиция. То есть, получается, что самурай уже, ребята, на носу. Берем с тобой Стивена. Я сегодня, ребята, не буду проходить испытания, потому что с работы уставший пройду, пожалуй, вот эту вот арену. Выложить я уже ее смогу только завтра, хотя снимаю в понедельник. Это связано с тем, что я не успею, ребята. Или утром сегодня поставлю подготавливаться, а утром перед работой постараюсь выложить. Так, ну-ка. Давай бомбанем. Тыдыч. Ну, тут Крэнк меня не подвел. Красавчик. А уже я тебе говорю, завтра мы отрабатываем смену и на следующий день поиграем нормально. И в акулы поиграем, и в драконов. Там еще, по-моему, две новые игры вышло в стиме. Кстати,
Вы в курсе, друзья мои, что в Стиме в скором времени выйдет новые черепашки-ниндзя? Нет, не в курсе? Ну, теперь вы в курсе. Вот и я жду, когда они выйдут. Надеюсь, что они скоро выйдут, и мы сразу же начнем их проходить. Так, ну что, давай бомбить. Да ну, Кунаичи, ну не смеши меня. Такой нелепый удар. Так, а мы тут... ну в принципе нормально, 50 уровень против 35-х. Все шикарно, должны мы здесь справиться. Я думаю, что так тяжело разборка идет. На, блин, ты посмотри, этот бибоп вообще какой-то неубиваемый, а? Он не хочет падать, на тебе. Вот этот тут рук, кстати, да, как-то устрашающе он выглядит, если честно. С таким серпом, с молотом, и все это в золоте. Сам по себе, как будто он мутированный какой-то, выглядит так безобразно, да? Так, ну что, я смотрю, у нас сейчас будут сёгун две звезды. Какой сёгун? Самурай, ребят, что-то я уже... Фига это, да? Уже в сёгун три звезды захотел. Конечно же, самурай, ребят. Так что... Пока все даже хорошо. Я даже сказал, типа буст у нас все-таки получается. Так, понижаем. Отлично. Вот сюда бы, конечно, массовую атаку, да, после вот этого всего дебафа. Было бы вообще круто. А ну-ка, крысы. Погнали. Надо же, и никто не упал, обалдеть. На. Так, Рафаэль делает массовую атаку. Это ему не помогает. И мы, скорее всего, сейчас добьем всех. Да. Донни вызвал свой дрон, который... Я так и не понял, чем он там палил сверху. Видимо, каким-то ядовитым раствором. Что они все отдуплились. И мы с тобой в самураях две звезды. Отлично. Так, ну что, попробуем до трех звезд добежать. А что пробовать? Мы так добежим. Во, 14-18. Джайна. Так, Джайна. Смотри, уже враг 45 уровня, а у меня еще полтинники, поэтому возьмем вот так с тобой. Одного, ну, более-менее прокачанного персонажа. Почему я это делаю? Практически в каждой серии это объясняю. Если не объясняю, то вы уже, наверное, догадываетесь, да? Потому что у него враги прокачаны по топовому, поверь мне. Все скиллы и все тому подобное. И поэтому они, несмотря на то, что, видишь, 45 уровня, сейчас ушатают мне, да, судя по всему. Ребята, а знаешь, кто ушатает? Ё-моё, ушатает либо Лео, либо Крис. Если вот это, конечно, не поможет нам. Фу, я тебе скажу одно. Мой бибопчик просто на волосочке от смерти был. Ты видел, сколько у него здоровья? Я переживал за него очень сильно, и, видишь, повезло. Повезло, что вот так вот получилось. Мы еще и меткость там понизили ему, но все равно мы знаем прекрасно, что Леонардо, любая его форма очень сильная. Поэтому нельзя его как бы недооценивать. Он не упустил бы этот шанс добить, поверь мне. Так, Яха. Яхья. Или Яха, все-таки непонятно. Ладно, это уже другой разговор. Давай, раз, два, три, четыре. И здесь опять придется брать кого-то, ребята, из топчиков, потому что здесь уже даже Рафаэль 46 уровня. Нельзя, ребята, здесь относиться к этому легкомысленно. Давай, наверное, возьму Шархана или Тигриного Когтя, как вы его называете. Вот, попробуем с ним. Ну, что он делает, ребят? Он делает только дебаф. Дебаф делает именно на понижение защиты и все. И даже никого не уронили, к сожалению. Так, Лео, будь добр, сделай. Так, ну что ж, двоих уложили. И, Лео, не подведи. Красавчик. Да, ребята, слава богу. Но все равно здесь очень большой риск уже был потерять кого-нибудь. Надо нам с тобой, наверное, заканчивать испытывать судьбу. Тем более мы уже в самураях 3 звезды, 84-я позиция. То есть сёгуны мы все-таки с тобой получим. Так, дайте мне, пожалуйста, 15-19. Нет, не дадут, наверное, да, скорее всего. Mm-mm. Ладно, 14-18. Берем, хорошо. Так, здесь у нас 43, 45 и 44 уровень. Так, я подкрадываюсь уже к 55-му. А там и 60-й недалеко, да, будет, получается. Я возьму, наверное, здесь Ваньку.
Ванька 81 уровня. Плюс у него две массовые атаки, насколько мы помним, да? Но прокачаны они, конечно, очень-очень плохо. Так, давай, Ялапекс. Мы сделали массовую атаку для нее. Жух. Ну, она хорошо бомбанула. Ты посмотри, сколько. Почти половину здоровья у всех отняла. Майки-майки. Давай, пулеметную дробь. Ну вот, Ванюша. Ну, он, правда, ребята, 81 уровня, естественно, почти в два раза сильнее нашего противника был. И грех было бы ему, конечно, не добить их. Так, ну что, 42-я позиция, отлично. Отлично. Давай, пожалуйста, 15-19. Е. Yeah. По просьбам трудящихся. И кто это у нас такой? Агатина. Кто еще за Агатина? Непонятно. Так, он... вот, все, друзья мои. 60-е уровни у нас уже идут, поэтому... поэтому я... ой, подожди. Там же кролики. Там же у него кролики. Как бы сейчас не встрять по полной программе. Так, ладно, давай-ка паутинки. Так, меткость понизили, это хорошо. Блин, у них же эта морозильная кошка, она же хиляет. Так, 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 подожди, 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 секунду. Что, что можно сделать? Давай вот так вот, массовую атаку. Попробуем пробить, ребят. Уничтожаем. Давай, Лео. Все. Фух, теперь я, наверное, возьму провокацию здесь. А вопрос, знаешь, в чем? Зачем я сделал провокацию, если у них сейчас тут начнется, ребята? Да-да-да-да-да. Массовые атаки, конечно же. Хотя нет, все отлично, ребята. Так, минус Донни. Здесь я хильнусь, но это уже просто так. Понты. Так, минус еще один Донни. И вот здесь с наскоком убиваем Рокстеди. Вот этот, кстати, удар очень-очень, ребята, опасный. Несмотря на всю его простоту исполнения, он вырубает, будь здоров. Так, ну а мы с тобой, ха-ха. Вот так-то, мы с тобой в сёгунах, уже в сёгунах, ребят. И это еще не предел. Я думаю, мы еще с тобой рванем. Так, Серега тут у нас. Тут у нас Серега, раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь уже на самом деле все, ребят. Можно полностью расслабиться, потому что пошли уже топовые персонажи, и здесь... ну, и у них шансов просто не будет. Вообще. Так, сейчас мы еще заходочку сделаем. Вон, Шредер добьешь или нет? Так, посмотрим. Да. То есть это сейчас будет просто-напросто издевательство над моим оппонентом, да, и над нашим, как говорится, противником. Потому что кого бы они мне сейчас не дали, я любого положу. Так, 60 уровень. Получается, мне нужно сделать еще, ага, два боя. Так выходит. Так, Женя у нас тут, да, против нас вышла. Раз, два, три, четыре, пять. И у нас с тобой сколько персонажей? То есть еще два боя будет впереди. Там надо будет немножко добрать героев, но это ничего страшного. Так, ну-ка, зэк, бросаем бомбочку. Прикольно. А теперь что сделать? Давай вот так, наверное. Да что ж такое? Контратака только на него повесилась, к сожалению. Так, кто у нас там будет сейчас первым ходить? Шредер, да? Этому не бывать. Так. Теперь ракеты. И все. Идеальненько, ребята. Идеальные победы. Ну, а мы с тобой идем на предпоследний поединок. Какое-то местечко 20-е? Ага, 22-е. В бой. Неужели вы не хотите... вот. Ольга. Спасибо тебе, Оленька, большое за такую возможность. И раз, два, три, четыре. Да, нам придется с тобой всего лишь одного персонажа откатить и сделать завершающий поединок. Здесь вообще все проще простого, ребята. Я даже не буду ставить уклонение, потому что оно ни к чему. Понеслась, родная. Ну-ка. Круто. Даже если мы бы его не ударили, да, он все равно, ребята, бы погиб от того, что у него постепенный урон висит. Он бы его сожрал полностью, с потрохами. Ну что, мы с тобой двигаемся далее. На последний наш поединок. И мы, кстати, заходим в Лигу Сёгунов в две звезды. Это на самом деле круто. Это на самом деле круто. Так, 15-20. Ну, вряд ли мы получим с тобой 16-21.
мне кажется, да? Потому что мы только сюда попали. И, пожалуй, возьму-ка я, наверное, Стивена. Раз, два. Хотя тут можно было бы любого взять. Ребят, эта команда, ну это, считай, топ. Вот то, что у меня сейчас в данный момент в руке, не считай, конечно, Донателло, вот этого ролевого. Это топ. Но мне-то нужно было, не забывай, еще накопить сколько? 10 тысяч мутагена. И что-то, мне кажется, мы вряд ли успели с тобой накопить такую сумму. 5 тысяч мутагена, да. Хотя там надо было, по-моему, 3 было, да? 7 тысяч мутагена надо было накопить. Короче, сейчас посмотрим. Серия, конечно, немножко, ребята, коротенькая получится, потому что я еще раз говорю, ребята, уставшие с работы. Вот, я решил для вас по-быстренькому снять эту серию. Как говорится, не хотел пропускать понедельничный буст. Вот, и этот. И, как говорится, собрался силами. Может быть, даже слышно, да, что по голосу, что я просто как вата. Ну ладно, ребята, единственное, что меня радует, это, конечно же, наша прокачка. Развиваем нашу шинигами, красавицу нашу, да? Ух ты, а что это за пассивочка? Кошачье мяуканье. Навыки с шинигами, как у Наичи, не имеют равных. В начале хода есть вероятность, с вероятностью в 5% появится невосприимчивость к отрицательным эффектам в течение 2 ходов. То есть, есть определенный шанс, да, что мы с тобой получим иммунитет к дебафу. Вот так я тебе скажу. Причем, я так понимаю, это только к ней относится. То есть только она не получит дебафы, остальные все могут получить в команде, я имею в виду. Так, ну это хорошо, ребят. И переходим теперь. Так, друзья мои, еще одна хорошая новость. Мы с вами можем нашу родненькую шинигами поднять до 4 звезд. Но это вообще подарок судьбы, друзья мои. Это круто. Это очень круто на самом деле. Я очень доволен. Пиши в комментариях, ты доволен, как я. И, конечно же, прокачиваем наших кроликов, друзья мои, до 4 золотой звезды. Так, у них тоже появляется пассивочка, ребята. День злого кролика называется. Кролики дикие и не теряют дрессуры. В начале хода можно с вероятностью в 10% получить свойство дополнительная атака. Ага. То есть две атаки может сделать сразу же. Они такие прикольные. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тыдри-тыри, танцурки. Да, ребята, я очень-очень доволен, что мы их прокачали. Я давно к этому шел, ребята, вы знаете, да? Мне нужен крэнк. Мне нужны вообще вот эти вот редкие шинигами, алапекс, кожеголового хочу прокачать. Шреддера классического. Конечно, хочется всех, ребят, прокачать. Но пока тяжело это все дается. Но у нас еще времени с тобой предостаточно. Так, ну что, завтра, точнее, послезавтра мы планируем с тобой что сделать? Ну, естественно, пойти на испытание. Девичью силу мы с тобой пройдем с закрытыми глазами, да? Кто нам нужен будет? Нам нужен будет Шинигами и Кунаичи. Остальные персонажи у нас с тобой все есть. И на Лиге Лео это Леонардо Видение нужен нам. Я вот не помню, ролевой тоже нужен. Но вот космический Лео нам 100% нужен. Так что будем с тобой дерзать. Я сейчас за кадром пойду набью осколочки. Ну, а с вами прощаемся. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.